Всем доброе утро. Ну что, лето это выдалось, но странное, никаких путешествий, но все равно. Вот лето не ассоциируется лично у меня с летом, если нет хотя бы маленьких путешествий. Поэтому, пользуясь отпуском, я сейчас собираюсь и уезжаю на Красноярское море, хотя погода не очень такая для отдыха подходящая. Ну вот, например, в Красноярске у нас с вами утром 19, днем всего лишь 23, ну и самое неприятное — дождь. Синоптики пообещали нам, целый день будет идти и даже ночью. Ну, а вот вообще, кроме таких путешествий, у меня лично лето ассоциируется, конечно же, с квасом. Ну, а у Зеленогорского завода «Зелень» есть еще и окрошечный вариант. И можно его не только в одноименное блюдо добавлять, ну и, например, просто пить, если вы любите квас не такой сладкий. Ну, а вообще, Зеленогорский завод «Зелень» – это крупнейший производитель напитков в крае. Спрашивайте вкусные напитки «Зелень» в магазинах города и края.